Я помню эту мишку. Какая у нас задача? Вообще ни разу не играл в нее. Ну мы играли. Ладно, это точно она. Это все, точно. Я тоже не играл. Поехали, стартуем. Подожди, что? Мы играли один раз, когда мы ее тестили. Да. Она работает? Всё, она работает, она очень криво работает. Короче, надо будет руками рубить, видимо. На 75%. На 75% работает. Погнали! Мы пойдем за ним. Вперед, да, в зонике. Он уже все? Походу, да. Горит, да? Лаха, да. Он указал нам путь. Ученый уже. Реально, что же бинокль? Там полицейский сидит. Так это походу и враги там. Какой себе участок? Где дым горит? Вот так у нахуй. Чувак, Паша, в какую сторону мне спасаться? Я не знаю. Я сквозь решетки выпал. Понятно. Пацаны, пустите назад, они меня спасать не хотят. Пью. Спусти назад, я... Куда? Бисмут. Паш, ты как там слился? Я выбежал из угла, Бисмут в очередь пустил его бедро ему, он меня будет. Все, вот он уехал. Да он не знает, куда ему эвакуироваться. Я не знаю, куда ему надо. Вроде туда и надо. Понятно. У него война идет. Эти вокруг домики наставлены, я думаю.
думал, их надо рашить. Не, он горел. От них лагает, по-моему, нет? Да не, вроде нормально. А, нет, даже FPS не так много. Мне показалось, что от них лагает тут. Да блин, я их поставил, я на них неравный бой, то лучше. Потому что когда мы дрались, оказывается, за ним еще вот дом был большой сейчас. Бисмут. Машина горит, Бисмут рядом лежит, вообще весело ему. А как Ворон-то сбежал, багом что ли? Да, понял. Ну, ясно. За багаюс бан. Серьезно? Сдать. Что делать? Да. Там дичь. Били он только? Нет, не били. Эти бабахи поехали не в ту сторону. Угу. Это правда. Нашу им лестницу. Блять, он жив. Там, кстати, вообще не видно на крыше. Наверное, уже не придет себе. О, Висмут этот фиксбаг, этот хэдбаг делает. Да? Да. Эх. Упал так-то и упал. Куда эти бабахи едут? Катается. Ой, кто-то умер. О, ты сдох нахуй. Да. Я ру. Лол.